За время проведения рейдового мероприятия правила дорожного движения нарушили 37 водителей и 25 пешеходов. Полицейские отстранили от управления и привлекли к ответственности одного автомобилиста, севшего за руль в состоянии опьянения. Три автомобилиста не выполнили требования законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности. Один водитель нарушил правила перевозки детей в салоне автомобиля. За данное правонарушение ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Шесть водителей привлечены к ответственности за нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Два водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. Еще шести участникам движения придется заплатить штрафы за то, что они передвигались на автомобилях, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента. Три автомобилиста нарушили правила остановки и стоянки транспортных средств. Также сотрудники госавтоинспекции провели разъяснительную работу с водителями и пешеходами, призвали неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. Участникам движения полицейские вручили тематические памятки и листовки по дорожной безопасности.